Чувашия выполняет в срок все требования Волжской природоохранной прокуратуры. Такую оценку работе региональных властей дал руководитель ведомства. Сегодня Вениамин Селифанов встретился с главой республики Михаилом Игнатьевым. По отзывам наших жителей и по оценке депутатов Госдумы, которые приехали, по вопросам природоохранного законодательства, по вопросам норм экологической безопасности, у нас пошагово, поэтапно, идя в гору, получается. И доверие людей к органам власти от этих показателей, ключевых показателей, улучшается. Что в конечном счете, я абсолютно уверен, это повлияет на увеличение продолжительности жизни. Рекультивация Пихтулинской свалки, введенные в строй полигон ТБО и станция по обработке осадков, модернизация очистных сооружений в Новочебоксарске. Природоохранный прокурор отмечает, что проекты, реализованные в регионе, необходимо тиражировать. Состояние законов в сфере экологии и природопользования в республике не вызывает у прокуроров природоохранных беспокойства. Большое снижение и сбросов неочищенных сточных вод, это выбросы в атмосферу, там, если был позапрошлый год, связанный с ремонтом линейных путей газопроводных, да, то сегодня ситуация стабилизировалась. Еще одной важной задачей Вениамин Селифанов называет ликвидацию горельников. В Приссурском заповеднике ликвидация горельников, которые с 2010 года 8 лет наводили порядок и вроде бы, значит, навели порядок. Но, по крайней мере, мы не выявили нарушения при проверке. В ближайшие годы будет решена и другая экологическая проблема. Чтобы избавиться от источника неприятного запаха в столице региона, в агрохолдинге «Юрма» построят новый комплекс по переработке отходов. Но мы, говорю, на сегодняшний день не самоустраняемся. Мы хотим реализовать хороший проект, и переработка птичьего мёда раз и навсегда мы должны разрешить на этой фабрике. Очередной визит в республику для Вениамина Селифанова – повод обсудить задачи в сфере охраны природы. Обеспечить правопорядок может помочь только эффективное взаимодействие, отмечают в прокуратуре Чувашии. Стараемся общими усилиями поддерживать соответствующее состояние правопорядка в республике, состояние законности и с участием этой природоохранной прокуратуры, тоже по линии экологии много заниматься приходится. Наводим порядок, конечно, не все пока еще сделано, но тем не менее возможности все есть. Только с начала этого года региональной прокуратурой было пресечено сотни нарушений в области охраны природы. В суды направили порядка 100 исков. Расследуется по нашим совместным материалам с природоохранной прокуратурой 13 уголовных дел следственными органами. К этому процессу всегда должны быть подключены, подключаются органы власти и управления республики. И мы непосредственно общими усилиями тоже стараемся сделать жизнь комфортнее на территории всей Чувашии. За последние годы, отмечают в природоохранной прокуратуре, жители стали экологически грамотнее. Закон в республике нарушают все реже. Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева и Бахтияр Велиев. Республика.